Привет, продолжаем мучить Айзека. На харде. Просто попытаемся пройти хард. Самого, наверное, изначально хорошего персонажа. С очень хорошим уроном. Я возьму это. Вторую жизнь, на всякий случай, поэтому. Она пригодится. Ну, постараемся не допускать каких-то сильно грубых ошибок, хотя, да, не допускать ошибок — это не про нас. Ну, все равно постараемся. Так, тут у нас ничего. В плане того, чтобы можно было взорвать. Но все равно у нас, в принципе, нету бомб. Поэтому, да. Заранее просто посмотреть, если что-то есть. Если будет бомба. Вот это было хорошо. Вот это мне понравилось, как мы увернулись от всего. Это мне действительно понравилось. Две бомбы, но без бомбы я их не сберу. К сожалению. Давайте зайдем в шипастую, потому что все равно там сердце есть, как бы. Ой. Да. Уже как бы опасно заходить. Давайте убьем босса, а потом посмотрим. Босс старый знакомый, который не должен, в принципе, для нас представлять какой-либо опасности, но все бывает. Так, берем шуруп. Отличная вещь. Я даже не знаю. Опасно это все. Ну-ка. Допустил ту же ошибку, когда пытался зайти туда первый раз. Один в один. Но было просто обойти. Вот и все. Ну, жаль. Потерял лишний пол сердца. Жаль. Они могли бы пригодиться. Тем более черного. Очень неплохо взрывают. Уничтожают все вокруг. То, что есть в комнате. Так, вижу камень, который можно было бы опять взорвать, но... У нас нету для этого бомб. Ну, возможно, выпадет уровень целый еще. В принципе, открывать и открывать. Скорость лишней никогда не бывает. Особенно поначалу. Отличная вещь тоже. Просто суперская вещь. Ну что, у нас есть выбор. Можно зайти в магазин, купить бомбу, например, да? Или если там будет синее сердце, просто его купить. Купа там. Бомба, кстати, вот. Для этого в магазин заходить уже и не обязательно, да? Чтобы чисто бомбу. Пытаемся аккуратненько делать.
Защищать комнату. Даже не знаю. Можно просто складировать монет. Чтобы тупо были. Давайте тут взорвем, почему-то мне кажется, что тут будет что-то. Ну хотя бы бомба еще одна, да, чтобы можно было взорвать там. Хотя бы так. Потому что чистый ключ был бы не совсем глуп для меня. Приятная комната с быстрыми прыгающими созданиями. Из-за того, что они быстрые, но когда они поджигаются, они становятся еще быстрее, естественно. Ну, из-за того, что они так вот быстро очень скачут. Это не чардж, конечно, но чем-то похож. Даже не знаю. Давайте зайдем сначала на босса, потом уже там разберемся. Босс тоже, в принципе, не сложный, и мне не нужно ничего терять. Это хорошо. Еще один неплохой очень шприц и неплохая вещь тут на ДПС. 4 ДПС, а скорострельность 5. Good. О, пулеметик. Ну, не пулемет еще, конечно. Ну, что-то приближается к этому. Начало неплохое. Дальше, конечно, мы можем все это загубить спокойно, легко и непринужденно. Ну, будем пробовать. Будем пробовать развить успех. Очень хотелось бы тут получить 2 сердца. Хотя бы одно тоже неплохо. Ключ лишним не бывает, по крайней мере пока в начале их не так много. Я, конечно, бомбой бы, наверное, больше был бы рад, чтобы как минимум этот сундук попробовать добыть, или вот секрет, которая может быть справа вот сейчас вот тут, да? Одна, а вторая вот там вверху, где босс, ну там вверху, самые такие очевидные места для них. Ну нет, так нет, третий уровень тем временем. Давайте сначала пойдем влево. Ой-ой-ой, так, тихо. Очень неприятная комната, несмотря на то, что у нас есть ДПС, она все равно неприятная. Без серой кучи, не знаю, мух, гапи и так далее, эти комнаты не всегда неприятны. А даже с ними бывает неприятно. Так, я получил урон. И сразу потерял сердце. Вот так вот, блин. Не половину, а целое рарное, значит, это существо сразу отнимает целое. Надо было тогда уж лучше от паука получить этот урон. Ну, ладно. Досадно немножко. Можно было бы тут обойтись и без урона. Ладно. Тут, по крайней мере, не так страшно. Хорошо, что есть урон, и такие комнаты без урона зачищать совсем уже. Угу, я понял, я все понял. Вот он, третий уровень, когда начинается у меня. То есть на 2 уровня хватает, дальше все начинается ерунда. Да, комната неприятная, но... Минус 2 сердца. За сколько там? За 4 комнаты. Это, конечно, классно.
Так. Это телепорт, если я не ошибаюсь. Не хватило урона. Думал, хватит, поэтому ошибся. Ну, урона не хватило, к сожалению. И самая приятная вещь, учитывая, что у меня нет бомбы. Я надеюсь, что она выпадет после того, как любимых существ. Да не, все. Мы запороли опять отличное прохождение, которое начиналось хорошо. Благодаря выпавшим вещам и благодаря тому, что нам на 5 минут хватило игры. Дальше, видимо, нет. Ну еще комната дурная на самом деле. Настолько дурная. Сколько это возможно? А, я тут уже просто получаю урон, потому что получаю. А уж все испортилось. И смысла, в принципе, проходить дальше нет. И начинать не было. Нормально проходя два уровня, потом начинают терять жизни ненаятно на чем. Так всегда. Было уже к этому привыкнуть, спокойно относиться. А. Летает. Толку от него всего нет. Взяли сердце. Синее. Вот, могло бы сейчас быть на 3 больше. И должно быть на 3 больше. Ну, как всегда. Мало ли что должно быть. Будет зайти в сделку, не забыть. Потому что там сердце черное. Классный босс. Вот просто мега супер классный босс. И комната такая же. Под него сделана. Специально под него. Он сейчас подо мной появится. А тут же спрячется, ну естественно, чё ему там. Хотя урон, у нас очень классный урон, конечно, поэтому... Поэтому убили этого босса без потери жизни. О, а почему нет сделки? Мы тоже телепортнулись, странно. Хм. Я думал, что она откроется.
Наша книжка. А, книжка теперь не постоянно дает, да? Понерфили ее, точно. Книжку понерфили. Еще одна ужасная комната. Я от глаза убегал. Опять. Это повторяется то, что было. Постоянно, постоянно. Первый урон был вызван глупостью, а второй уже злостью на эту глупость. Еще минус одно сердце. Класс. Very nice. Не знаю, смогу я взорвать эту бочку, не повредившись. Чтобы не тратить свою бомбу. Хорошо, рейндж хороший. Позволяет так делать. Ну и урон, конечно, отменный. Отменный урон. Скорость, рейндж, урон, все хорошо. Сегодня у нас... О, а как это у вас заберусь-то вообще? Вы серьезно? Можно было сделать это аккуратнее, но... Ну, не мне. В общем, как всегда. Странно, конечно, все. Иногда очень комнаты сложные или моменты сложные. Мы проходим. Ну, уклоняемся там и так далее, очень хорошо. Тут же через секунду мы получаем урон ни на чем абсолютно. Не то чтобы расслабился как-то, нет. Странно это все. Очень странно. А зачем я туда иду? За батарейкой. Честно говоря, взорвать. Я хотел взорвать грибы и. Ну, заодно получить монету. Прежде всего я хотел взорвать грибы, думаю, что возможно там что-нибудь дельное нам дадут. Ну, из них выпадет, да? Гриб какой-то. Ясно. Я даже не вижу, кто там нас бьет. Может быть. Еще одна интересная комната. Сложнее, например, той, где я урон только что получил. Особенно в начале, когда 4 паука, идет бесконечный спам, даже несмотря на наш ДПС. Эта комната сложнее. Она не сложная, но она сложнее той, где я получил урон. Еще одна монета. Наконец-таки золотая. Куча бомб, которые мне нафиг не нужны.
Что там было? Там... А, то, что книга дает. Давайте зайдем в магазин, попробуем купить сердце, если он там понятен. Ладно, хотя бы получили кучу денег и не получили урон в ответ. Два босса. На синее сердце попытаться взять. Чтобы черное, да-да-да, защитить. Ну, да, и тому, что так удобно подрыв все попало, плюс хороший наш урон, мы должны это опять же легко проходить. Относительно легко, честно говоря. А вот он, этот прыжок, который ненавижу больше всего. ХП и лак. И сделки опять нету. Это печально. Очень печально. Ну, ничего не поделаешь. Пятый уровень. Пятый уровень. Давайте откроем. Книгу я менять не буду, понятное дело. Артефакт лежит очень неудобно, он может помешать сейчас. Если я нечаянно буду брать, как бы. Ай! Тупо. Чего тупо? Хотя не будет тут станет. Будем пользоваться преимуществом рейнджа. Так. Давайте аккуратно попробуем сделать то, что нужно сделать. Отлично. Зажал себя сам. Пропадай вниз. Все, опять от глаза хотел убегать. Последний момент вспомнил, что это наша орбиталка, блин. Бесполезная абсолютно. Для меня. А, эти союзы, я не знаю зачем, но... учится. Вот не такая сложная комната, проще было на... наверное, той заюзать комнате. А лучше. Почаще надо использовать артефакт активный, потому что три. Хотел убить, забыл, что он распадется, конечно. А, понятно. Я путаю эти головы, они раньше были, это тупо пропадали, когда убиваешь. Понятно. Вот как эти белые, я постоянно с белыми. Терн, что ли? Заражение какое-то. Так, ключ от всех дверей. Ну, круто. Наверное. Застрял. Хорошо, что ДПС есть. А, давайте пойдем сходим. Чё тут у нас? Троечка, да, давай, бери. Пофигу. 4 урона, скорострельность не снизила, все нормально. Может быть, урон немножко снизился. Хотя бы 4 было. А что я могу сделать? Надо было сразу убегать только. Ладно, может быть. А может быть и нет. А какая разница?
восстановим себе одну хпшку хотя бы. Ну вот, наконец-таки орбиталка наша хоть что-то сделала полезное. Не знаю, без полета сложно мне играть. Некоторые комнаты действительно сложные, а некоторые комнаты, как сейчас, это глупость абсолютная. Классный магазин. Ну, понятно, что он еще этот. Ну, там хотя бы могло быть сердце. Вот там хотя бы могло быть. Но его там не было. Логично. Я про синее, чтобы, ну, хоть больше просто сердец было. Тут три как-то совсем фигово. Зажали сами себя, как всегда. Так-то происходит всегда. Когда есть полет, я забываю, что есть полет, или просто тупо теряю жизни. Когда его нет, я зажимаю себя и теряю жизнь. То есть разницы в принципе никакой нет. К сожалению. Максимум, докуда мы дойдем, я думаю, уровень 6. Хотя, мы будем стараться пройти. Плевать. Просто будем стараться пройти. А дальше как получится. Правильно же? Отлично. Я не знаю, что мне может дать эта штука. Наверное, ничего. Синее сердце, может быть, нет? Даже синий не дадут. Все ясно. Классная секретка. Слил 30 монет. Получил. А, ничего не получил. Хожу с этим телепортом. Самое классное будет, если это не будет нифига не телепорт. Для шипастой комнаты все. Меньше потерять. Сохраняю. Шипастый комнат может вообще не будет. Босс как-то был, мне кажется, по хп то поменьше. Может быть, мне это кажется. Ну, неважно, мы его убили. Мне понравилось, как мы его убили. Мы очень неплохо уклонялись от всякой гадости. И у нас получается 5, да? А, уже 6 уровень. Ну, классно. Уже 6 уровень. Темнота, правда. Нифига не видно. Это плохо. Очень плохо. Но... мы справимся. Должны справиться. Так, и вот мы, кстати, и шипласт. Прикольно. Урончик. Урончик. Плюс хпшечка. Ну что, давайте юзать. Давайте на телепорт. Хотя бы это я точно помню.
похилялись. Чуть-чуть. Еще. Боялся, что опять зажмут, но... Наш урон позволил нам сыграть вот именно так. Как мы сыграли, ну а это было глупо. Поспешил. С первым нажатием на первую кнопку. А дальше уже было сложно. Червяков бы он, если бы не вызывал, был бы нормально. Бомбы кислотные хреначат, червяков вызывают. Ой, это опасно, это нога, которая может по нам долбануть. Ну давайте вот так вот сделаем. Да. Сразу, потому что я не люблю две карты брать, я иногда мискликаю. И получается совсем печально. Естественно. Нормально. Что это за инфест? Что он дает вообще? Хотя, какая разница? Вот именно, какая разница? Надо сосредоточиться на прохождении, а не думать о том, что дает таблетка это. Не терять жизнь. В принципе, я вообще могу к нему подойти, когда он будет взрываться. Нет, не могу. Ну ладно. Да так. Ну, несложная комната, на самом деле. Да и у нас бомба есть, если что. Не, шипы, вернее, его, этого паука, не его, блин, паука. Червяка не бьют почему-то. Или бьют. Интересно. Наверное, бьют, потому что они бьют стальных мобов, которые там заползают. Обычно. А заходить в магазин смысла особого нету. Хотя можно телепортироваться. Первое место по тупости. Первый приз. Можно вступить? Уже. Я старался. Спасибо. Эй, зачем меня выталкиваешь? Вообще невидимая гадина в темноте там. Только по тени можно как-то определить, что это за существо. Давайте пойдем зачистим, наверное, еще комнату. Возможно, там что-то будет. В принципе, не важен, то есть мы продолжаем терять красные сердца, для нас не так и страшно. А паук, вот паук я его не видел вначале, потом только заметил. Классно, вот это уже хорошо, вот это уже хорошо. Пускай он и понерфленный, да, вроде, но это пет хороший. Любит есть и давать взамен хорошие вещи, типа синих сердец. Так, приятная комната, нужно пытаться бы. Ладно, бывает.
же, красное сердце потеряли, ничего страшного. Телепилюля. Блин, куда мне далеко так зателепилюлило? Неприятно. Шипы эти опять везде у меня. Так, ну это не магазин, это что-то другое. Магазин мы уже были. Правильно, что? Ешь. Да синее сердце. Блядь, гад. Ну, я не буду тратить эту, то есть менять эту книгу. Потому что мне она нужна. Она мне нравится и так далее. Что у нас в плане? Если он сожрет еще одно сердце, он мне даст одно синее. Даст. За портара дал одно. Неплохо. А мы тут взрывали или нет, я не помню, да, вот тут мы не взрывали, если я не ошибаюсь. Ладно, ладно, пофигу. Оставлю бомбу, как бомбы, как этот, хилку. Как аптечки, короче. На тебе не очень хорошо видно эту тень, поэтому... Ай! Последний момент увидел. Не успел среагировать, что важно. Ну, ой, а вот это глупость. Вот тут же, да, пересекается. Успел среагировать, отошел. И потом получил вот такой урон. Тихо. Тихо. Плохой гриб, все статы ап. Плюс сделка. Я не помню, что он делает. Если это пет, который этим лазером стреляет, может быть, его тупо я не буду его брать. Знаете почему? Потому что мне заряжать его, у меня скорострельность хорошая, долго слишком. Хотя надо было брать, надо было пета брать. Опять я сглупил. Поторопился, надо было поставить, подумать, и я бы решил его взять. Через минуту, точно. Может быть, даже и раньше. Так, урон. Урон у нас отличный. Нет полета, единственное, что. Ну и нету мух гаппи. А так, в плане урона я... Ну, конечно, мегатирс и все дела. Но если так вот реально смотреть, то в плане урона, то я доволен. Как мы раскачались. Не идеально, конечно. Но... приемлемо, так скажем. Даже, наверное, и хорошо, не приемлем. Отлично, надо пройти очень аккуратно и попробовать завалить эти два камня. Нет, не они. Не они. Ошибся. Очередной раз ошибся. У нас, конечно, скорость классная, но... Ну, мы смогли, кстати. Мы смогли. Дайс шерсть. Наверное, мне говорили, что это. Я, как всегда, забыл. О, может быть, ты мне дашь два сердца сразу? А, понятно, паука дал. Красава. Всегда мечтал. Ключ, две монеты. Ай, надо почаще юзать был артефакт, на самом деле. Ай. Телепилюля. Не так и плохо. Главное, сейчас не заюзать. О. Хотя ладно. Честно говоря, пофиг.
Босса мы все равно убьем. Получили еще и эвлап. И сколько там бомб? Бамс. И вернули себе жизнь. Так, у нас восьмой уровень. Восьмой уровень. Зайдем. Вопрос. Что-то мы взяли, не успел прочитать, что. Ну ладно. А, лапка. Давайте сделаем сразу вот так просто, да и все. А ходить я буду с книгой. Мне нужен дополнительный ДПС просто. На боссах. А я от него отказываться не хочу. Ай! Вот это было глупо, лишнее абсолютно. Лишнее абсолютно. Самая обычная комната, но благодаря вот этим кучам, из-за того, что они тут есть, происходит вот такая вот ерунда. Это, наверное, это оправдание глупости просто. Ай, прям на него налетел. Как всегда просто. Просто как всегда. Так, давайте телепилюли отсюда. Оба, сразу просто. Сразу урон получили, неприятно очень. Должно хватать ДПС, это ну, как-то на боссе-то резко стало не хватать. Тихо, не будем. Пойдем дальше, конечно же. Надо было, наверное, лапка еще. Ну и еще на одну, да? Мы открыли. Ну, то, что открыли. Надо было лапка еще, наверное, одно красное сердце. Вернуться, трансмутировать все. Хотя ладно. Успели мы убить этого паука, уклониться от остального, но слишком много спама тут, конечно, мог. Будь комната поменьше, ничего бы делать не смог абсолютно. Ну и опять же урон рейндж решает, помогает нам. Так, еще тут же кто-то что-то живо, все вроде, да. Что ж, следующая комната. Все ясно. Тоже забывают принцип действия. Давайте их убьем без потерь. Очень хочется аккуратно все это сделать. О, неприятная вещь. Ну, урон нам позволяет.
передаешь моего. Нет, я скорость не буду менять. Потому что скорость мне позволяет делать то, что иногда исправлять свои же глупые ошибки, в последний момент уворачиваться от врагов и так далее. Это менять скорость я не буду. Ну, то, что этот амулет дает, тоже довольно-таки интересно. Раньше на них вроде никогда много ничего не терял, но в последнее время для меня эти призраки стали каким-то ужасом. Возможно, их хапнули. В плане жизни, по крайней мере. Потому что мне их стало сложнее убивать. Хотя они сами по себе не сложные. Могут. По крайней мере обычно, не которые серые фигуры. Весь экран. А, это ужас. Ужасная комната. Ай, убил руку, но получил урон от маленького паучка. Как-то. Как-то здорово, правда? Все на прохождение вот такое. Получаем тупой урон, уклоняясь от какого-то серьезного врага или так далее, сложного. Открыли еще что-то там. Не знаю, стоит ли заходить в шупастую комнату. Вот скорость позволила сейчас вот, например, увернуться, да? Это у меня в скорость не хотелось бы. Ой, не знаю, два сердца. Я не могу себе позволить стереть два сердца, поэтому, наверное, нет. Еще одна комната с рассыпающимся боссом. Тоже очень неприятно. За счет урона мы все-таки можем ее проходить без урона. Ну, все, пожалуйста. Логично. У нас нет полета и... Из-за этого для нас красный свет очень опасен. Три жизни. Я даже, честно говоря, даже если с тремя с этими жизнями я приду на босса, я его не убью, да? Очевидно. Тем более их уже две. Вернее, одна. Я все заюзал, все то, что только мог. Фай! Зачем я заюзал-то эту карту? Блин, на босса нужно идти по-любому с... С перезаряженным артефактом, зарядившимся. Не знаю, будь у меня сейчас хотя бы 5 сердец синих, плюс эти два красных, тогда... Тогда, возможно, у нас были бы шансы, но...
так, честно говоря, шансов у нас нет. Ну или они крайне. Хотя, опять же, мы взрывы лечимся. То есть, по идее, можно обузить там немножко бомбы, да, и под них подставляясь просто. Как-то хилять себе. Не знаю, получится ли это, только вот в чем проблема и беда. Мне кажется, что нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, ну, только до босса не надо, нет! Хорошо, что последнее сердце половину сняло, а не целое. Иначе бы все, просто все. На. Бомб тоже, кстати, не... Ой-ой-ой-ой. Ой, тихо-тихо, он живой же. Гадство-то какое. Дай мне, пожалуйста, синее сердце. А зря я сюда зашел. А может быть и нет, если таблетка будет дельная. Таблетка не дельная. Мне это сделал, у меня бомб нет, и там не может быть секретки. Что я сделал? Ладно, жизни нет, в принципе, поэтому вот так вот. Осталась одна бомба. Вот будет очень сложно для меня. Для кого-то, может быть, без урона его убить вообще легко. Но для меня это будет очень сложно. Уже минус. Все. Уже минус. Все. Ой. Я должен был проходить, но зачем, правда? Всем спасибо и пока.